Две машины столкнулись на развязке Селезнева, Сормовской и Старокубанской. Водитель красной десятки, по всей видимости, сильно торопился, поэтому и решил проскочить на запрещающий сигнал светофора. Но задумка не удалась. Дорогу перегородила малолитражка. А это пересечение Димитрова и Ставропольской. Водитель иномарки переезжает рельсы, но впереди стоят машины. Видимо, побоялся водитель перегородить проезд трамваю и решил сдать назад. Но не тут-то было. За ним уже пристроился черный хэтчбэк. Буквально в нескольких кварталах произошло еще одно ДТП на Ставропольской и Айвазовского. И тоже рядом с трамвайными путями. Переезжая их, водитель синей иномарки не заметил застоявшей машины еще одну. Результат перед вами. Так что будьте внимательны на дорогах. Поспешишь, еще не значит, что приедешь раньше.